Всем привет, я Дмитрий Прудников. Сегодня у нас выходной, и мы узнаем, как проводят свободное время наши диновцы. И мой помощник будет сегодня Сергей Сытин. Серый, пойдем. На второй этаж пойдем сейчас. Здесь у нас отдыхает Евгений Мишарин. Женя, чем занимаешься? Да, в интернете лажу новости, смотрю, с друзьями общаюсь. Как интернет, хорошо работает? С переменным успехом, то ловит, то не ловит. То есть у тебя есть пожелания, да, к отелю? Ну, конечно, хотелось бы получше Wi-Fi, но так все вполне устраивает. Все, спасибо. Здесь живет самый цепкий игрок нашей команды, Роман Гловацких. Привет, Ром, чем занимаешься? Да вот, в выходной день решил книжку почитать. Какая книжка, о чем вообще интересная, нет? Скачал про психологию, 40 способов психологических ловушек и как их избежать. Вот, в принципе, такую книжку задал цель себе прочитать. Очень интересная, да, книга, я так понял? Только начал, скажу, что уже, да, интересная, сам, с первых лист. Скажем так, сначала уже интересно, захватывает. Так, дальше лежать, читать. Спасибо. Сейчас мы идем в гости к нашему новичку команды Сергею Зуеву. Сергей, привет. Вы чего? Мы к тебе в гости, давай. Зачем? Ну, я знаю, что ты сегодня ездил в Белград. Расскажи, как прошел твой выходной там. Ну, нормально прошел. Че? Ходил в музей военный. И музей военной техники под открытым небом. И что тебе там запомнилось больше всего? Ну, танки. А марка, модель? Не узнал, что ли? Почему? Я много там танков, я практически все, что видел, я когда-то об этом читал. Сейчас просто вживую на это посмотрел. Что-нибудь купил в Белграде? Магнитики, сувенирчики какие-то домой, себе? Да нет, в принципе, ничего не покупал, потому что все это есть дома. Спасибо. Сейчас мы зайдем и посмотрим, как отдыхают наши чемпионы мира. Ян Кузиновки и Андрей Забалонко. Пойдем посмотрим. Настоящий профессионал. Поэтому они выигрывают чемпионат мира. Ну вот и подошел к концу наш выходной день. А с вами были Дмитрий Прудников и Сергей Сытин.